Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 3 апреля. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Лед на реках уносится течением быстро. К урожайному году. Вороны вьются в небе, где облака идут против ветра, к осадкам. Петух кричит с утра в дождь, к прояснению погоды. Журавль прилетел на наст. Урожая не жди. А какая же погода ждет нас завтра, 3 апреля? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Птичье Шумихинского района Курганской области за окном плюс 4 градуса. С утра и на весь день устроится переменная облачность. Но хоть осадков не будет. В селе Птичник Биробиджанского района Еврейской автономной области воздух прогреется до 7 градусов. По прогнозам синоптиков, целый день будет светить яркое солнце. Так что обязательно найдите время для прогулки. В селе Птицкое Вагайского района Тюменской области столбик уличного термометра остановится на отметке плюс 5 градусов. Завтра осадки никуда не исчезнут. Будьте к этому готовы. В селе Птикент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан плюс 7 градусов. Температура немного понизится. Только осадки останутся неизменными. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.